Благоустроить пешеходную зону в поселке Большевик. С таким пожеланием его жители обратились в администрацию округа. Тротуарная дорожка и специальный проезд для велосипедов от 104 до 5 дома улицы Ленина здесь уже есть. Однако в существующей пешеходной зоне много недоработок. Главное, нет впечатления, что это единое пространство. Сделать все в едином стиле, установить фонари, лавочки. Призван проект, который будет разработан специалистами в этом году. Его представят на рассмотрение жителей, чтобы в следующем 2021 в Большевике появился свой Арбат.